придумываю и создаю новые эндуротропы, скрытые, для тихой езды, не для громких парней, а именно для тихих моторов. Ну, не только моторов, в общем, для тихих. Вот, допустим, нашел я какой-то небольшой проходик, да? Вот я его взял, сейчас расчистил. То есть тут было вот это все закидано ветками старыми, сухими. Вот. Осина, похожая на березу. Секатором обрезаю, обламываю старые ветки. И деревьям польза, и мне польза. Есть где покататься. Сейчас пойду дальше делать тропу. То есть иду, смотрю, часто бывают звериные тропы, уже набеганные, и просто по ним двигаешься. Вот. А вот это дерево, кажется, я здесь уже был. А, да, все, я понял. Я прорубил сквозную тропу. Вон даже мой след остался. Я здесь был. Вот, готова еще одна тропа. И у меня таких троп уже немало. Я могу варьировать так вот в таких зарослях, в таких дебрях. Тихо, незамечено. Меня никто не видит, меня никто не слышит. Я считаю, что это круто, когда тебя никто не видит, никто тебя не слышит. Ты никому не